Егор! Соня, прости, я вел себя как... Алло, Егор! Что? Я в студии. Здесь пожар, я не могу выйти. Помоги мне. Все сделано в лучшем виде. Тут все хорошо, вам нечем беспокоиться. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Но вы же понимаете, насколько это важно? Если он узнает, то всему конец. Все справки оформлены на вашу дочь, так что не волнуйтесь. От меня никто ничего не знает. Это вам за труды. Вы ее знаете? Что? Ну, о чем вы с ней говорили? Леночка, что за вопросы? Мне просто интересно. О чем я говорю с пациентами, это конфиденциально. То есть она ваш пациент? Не ваше дело. Вставай. Будешь в этом неотразимо. Ну что, все-таки идем? Конечно. Будет подозрительно, если мы не явимся. Так что давай, одевайся. Надо поторопиться. Что-то я не очень туда хочу идти. Егору сейчас нужна поддержка. Мам, ему от меня ничего уже не нужно. Ему нет. А тебе нужно с ним поговорить. Все уже сказано. Ну, нужно же ему сообщить, что ты беременна. От него. Но я не беременна. Вот. Видишь эту закорючку? Это ваш с Егором ребенок. Я не понимаю, мам. Ну что непонятного? Я купила эту справку и прочие необходимые снимки. Так что официально ты беременна. А ты знаешь, как Егор относится к детям. Допустим. Но я не беременна, мам. Что мы потом с этим будем делать, а? Вот когда наступит потом, тогда и будем решать. Давай, поторопись. Когда я был ребенком, мне очень сильно не хватало отца. Я знал, что он есть где-то рядом, но... Мне необходимо, чтобы он был со мной, и за это я не мог его простить. Не мог. Только теперь я понял, что все, что делал отец, он делал ради нас с мамой, и все его поступки были абсолютно оправданы. Но сказать это я не успел. Егор, теперь он все знает. И всегда будет с тобой. Всегда. Егор, у меня не хватает слов. Это так неожиданно. Такой удар для всех нас.
Прими мои соболезнования. Если что-то нужно, ты знаешь, мы всегда рядом. Спасибо, Светлана Викторовна. Егор. Мне очень жаль. Я недавно хоронила своего отца. Я помню. И я знала, как это трудно. И если тебе нужно будет выговориться, знай, что никто тебя не поймет так, как я. Это такая утрата, Егор. Твой отец еще был так молод. Мои соболезнования. Спасибо. Егор, можно тебя на минутку? Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время, но я больше не могу видеть, как Кристина мучается. Светлана Викторовна, вы опять об этом. Время действительно не самое подходящее. Нет, я не об этом. Ну, бросил Кристину, твое дело. Но знать ты должен. Кристина против того, чтобы я тебе это сообщала. Но я считаю, так будет правильно. Знать что? Как говорится, кто-то уходит из этого мира, а кто-то приходит. Кристина беременна. Как беременна? Да. Вот. Ты можешь взглянуть. Это твой ребенок, Егорушка. Только прошу тебя, не говори Кристине, что я тебе это показала. Она сейчас в таком состоянии. Кристине сейчас нельзя волноваться. Что вы ему сказали? Ну, это ты, девочка. Ты же знаешь, что ты птица. Не его полета. Да и вообще, даже не птица. Кристина! Кристина! А, Егор? Ой, я немного задумалась. Столько мыслей в последнее время. Я, кажется, знаю, о чем ты задумалась. Да, сомневаюсь. Почему ты не сказала мне? О чем? О том, что ты беременна. Ты должна была мне сказать об этом. А зачем? Егор, ты меня бросил. Забыл? А если тебе не нужна я, то наш ребенок тем более. Зачем так? Ты прекрасно знаешь, что ребенок для меня это главное. Я никогда не брошу своего ребенка. Егор? Я поздравляю тебя. Ты же так этого хотел. Надеюсь, ты сможешь дать своему ребенку то, чего не дал тебе твой отец. Я не понимаю, как она могла забеременеть. А так иногда происходит, Леночка, когда мальчик и девочка проводят время вместе. Слушай, я видела маму Кристины в больнице. Она говорила с акушером-гинекологом. Теперь я понимаю, о чем. Мне так гадко. На травах. Мне бы на алкоголь. Соня, надо бороться за Егора. Лен, у него будет ребенок. От девушки, на которую он хотел жениться. Вот что ты мне предлагаешь? Разрушить будущую семью, чтобы ребенок рос без отца? Нет, я это не предлагаю. Ну сколько можно лежать и ничего не делать в постели? Сколько ты уже на улицу не выходила? Мне ничего не поможет. Давай не забывать, что у тебя есть мечта. Нужно к ней стремиться. Пожалуйста, я ничего больше не хочу слушать. Ни про Егора, ни про студию. Ну хватит, ну оставь меня. Как знаешь.
Соня? Я к тебе 3 дня дозвониться не могу. С тобой все в порядке? Да. Господи, Соня, ты до чего себя довела? Дверь не заперта, в комнате срач. Это вообще ты? Да, это я. Слушай, ну я в курсе, что случилось с твоей студией. Ты так старалась, а тут... Это несправедливо. Какая разница, как я старалась? Но все равно, Сонь, так нельзя. Какая разница, как можно? Уже день. Я тебе сейчас кофе сварю. Мне кофе. И добавлю немного коньяка, чтобы взбодриться. Ты с Веником? Ну, так хоть дышать можно будет в квартире. Антон, а ты делал мне кофе, убирался дома, сейчас даришь цветы, а что происходит? Ну, а ты как думаешь? Мы же друг другу не чужие. Что бы там ни было, Соня, ты мне не безразлична. Когда ты ушла, я многое понял. У нас был очень сложный период в жизни, но... Вся наша жизнь была очень сложным периодом. Ну, давай будем честны. Да. И сложная она была из-за моих поступков. Я посмотрел на наши отношения твоими глазами и увидел, с каким существом ты жила. Мне очень жаль, что я был таким. Но я изменился, Соня. Ну еще скажи, что ты играть бросил. Бросил? Не похоже на правду, да? Вообще-то нет. Что это? Я уже 2 недели хожу в эту группу. Там таким, как я, помогают справиться с зависимостью от азартных игр. Прости, Антон, я уже не знаю, чему верить, правда. Соня, я бросил играть. Я хочу показать тебе еще кое-что. Ты приходи сегодня к нам домой на ужин. К нам домой? Это наш малыш. А так необычно чувствовать себя отцом. Только, пожалуйста, в следующий раз я пойду с тобой, ладно? Нет, Егор. Ты же понимаешь, что я не могу так быстро тебя простить. Я каждый день думаю о том, как ты был с этой... Кристина, послушай, я... Молчи. Я все понимаю. Просто нужно время. Я уже думала, что буду растить ребенка одна, но ты же вернулся. И я счастлива от одной мысли, что у нас с тобой будет ребенок. Это очень важно. Очень важно, чтобы ребенка воспитывали оба родителя. Привет. Давай помогу.
вкусно пахнет. Ужин, кстати, сам приготовил. Ничего себе. Да, весь вечер на кухне суетился. Надеюсь, тебе понравится. Ты такая красивая. Спасибо. Ну, проходи. С ума сойти. Да ты садись. Антош, ты никогда раньше не делал для меня такого. Слушай, Сонь, я впервые в жизни осознал, как я жил раньше, и как был несправедлив к тебе. А ты всю жизнь заботилась обо мне и любила. Я очень перед тобой виноват. Я очень хочу все начать сначала, но уже по-настоящему, понимаешь? Я хочу, чтобы ты была счастлива, я хочу, чтобы у нас был ребенок. Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Ну, конечно. Как раз-таки ребенка, нашего ребенка. Нам и не хватало, чтобы быть счастливыми. Антон, извини, я не могу пока. Все очень быстро. Прости. Ну, тогда давай ужинать. Давай, пошел, пошел. Давай, давай, вперед. Простите. Да. За что арестовали Вадима Константиновича? Вадим Константинович, пользуясь служебным положением, занимался подделкой медицинских справок. Справок о беременности? А беременность, вот УЗИ, ну и прочее. Не могу даже поверить, что он этим промышлял. О! Подменял снимки беременных и записывал все в блокнот, чтоб не забыть. Кристина Лебедева. Кристина Лебедева. Привет. Соня, у нас только что такое произошло. А ты что, уезжаешь? Да, я возвращаюсь к Антону. Как к Антону? Ты что, с ума сошла? Он же тебе жизни не давал. Лен, вот что ты пришла? Все такие умные, знают, как мне лучше. Займитесь собой, а я возвращаюсь к мужу. Да к мужу не надо возвращаться. У нас в больнице врача арестовали. И что? Этот врач, акушер-гинеколог, он выдавал всем ложные справки о беременности. Ты подумай, он выдал такую же справку Кристине, она не беременна. Она обманывает Егора. Да. Бывает же. Бывает же? Это все, что ты сейчас хочешь сказать? Лен, ну что ты хочешь от меня? Дело ведь не в беременности Кристины, а в поведении Егора. Ведь если бы он хотел быть со мной, ну, наверное, он бы был. Да как ты понять не можешь? Он просто ответственный. Он не хотел оставлять своего будущего ребенка. Это Кристина, сволочь! А ты должна пойти ему все рассказать. Я должна? Да. Нет. У нас с Егором все кончено. Моя жизнь налаживается. И, между прочим, Антон бросил играть. И он хочет, чтобы у нас с ним был ребенок. Антон? Да. Да, Лен, он изменился. И когда мне было плохо, Антон пришел поддержать меня. А Егор отвернулся. Так что все, хватит.
Дело в том, что у нас в больнице на взятках и подделывании справок попался один врач. Подождите, я не совсем понимаю. Я здесь при чем? При том, что такую справку он подделал для Кристины. Она не беременна. Что за бред? Послушайте, если вам нужны доказательства, подробности, обратитесь к главврачу Тихонов Федор Богданович. Он вам обо всем расскажет. Сходите к нему. Чем ты так увлечен? Кое-чем занят важным. Важным? Антош, я надеюсь, ты не искал? Да не играю я. Но я же тебе сказал, что завязал. А что ты делаешь? Работаю еще. Столько вакансий, даже не знаю, что выбрать. Ну, вот, например, курьер со своим велосипедом. Как тебе? Так сейчас же зима. Ну, значит, зимнюю резину поставлю. Или вот, раздавать флаеры в костюме рождественского кролика. Оплата почасовая. Антон, ну какой кролик? Ну а что, прикинь, твой муж рождественский кролик. Да. Да. Слушай, а может быть тебе ремонтами опять заняться? Ну помнишь, у тебя хорошо получалось и доход был хороший. Ремонт? Ну да. Ну, а почему бы и нет? Как в старые добрые времена? Как в старые добрые. Ну, а ты чем теперь думаешь заниматься? Я не знаю. Правда, не знаю. Наверное, придется проситься на старую работу. Нет. Моя жена достойна большего, чем офисная работа, на которую ее никто не ценил. Ну и что мне делать? Так, а может, не сдаваться и продолжать заниматься цветами? Ну, а что, открой новую студию, я буду тебе помогать. Ну, может, теперь вместе? Мы команда, мы сила. Ты серьезно? Ну, да. Антон. Я не понимаю. Я правда не понимаю, как можно быть такой? Даже человеком назвать нельзя. Подделывать справки о беременности, показывать мне снимок УЗИ и говорить, что это наш ребенок, это верх лицемерия. Егор, послушай, это все ради нас, я люблю тебя. Ты? Ты любишь? Ты черствое, эгоистичное существо. Я боюсь, что даже не знаешь, что такое любовь. Никогда не узнаешь. Егор, я правда люблю тебя. Да хватит! Хватит! Из-за тебя я испортил отношения с человеком, которого по-настоящему люблю. Ты знала, как я отношусь к детям и воспользовалась этим. Я никогда тебе этого не прощу, слышишь? Никогда! Ну, конечно. Вот и та, кто за всем этим стоит. Егор, успокойся. Давай все обсудим. Да, ни перед чем не остановитесь. Победа любой ценой? Пойдете даже на такую низость, да? Егор, это же все ради тебя, ради нас всех. У вас с Кристиной все будет хорошо. Доверься нам, и все будут счастливы. Новая семейка. А знаете, что вы стоите друг друга. Хорошо, что я вовремя во всем разобрался. Егор, постой. Постой, Егор! Вернись немедленно, Егор! Довольно? Да, не могу поверить. Но кто бы мог подумать, что Антон может измениться. То есть вы сейчас с ним вместе? Да. Да? Живем. Только живете. Лен, ну, спим в одной кровати. Близости пока не было. Ну, я рада, если у вас все хорошо. Значит, так и должно быть. Да. А представляешь, он тут сказал, что хочет, чтобы я занималась дальше своим делом. Несмотря на то, что студия сгорела. Ого. Угу. А он знает, какой огромный тебе кредит нужно выплачивать? Да, и он хочет помогать. Но ты же понимаешь, что денег на вторую студию тебе никто не даст? Так и не нужно. Мы сами будем делать ремонт. Студия была застрахована, и скоро я пойду за деньгами.
Антон об этом знает? Я ему скажу, когда будет решение о выплате. Лен, я его таким еще не видела. А это все ты виновата, мам. Ты понимаешь, что если бы ты бы не вмешивалась, все бы шло своим чередом. И Егор бы женился на мне рано или поздно. У нас не было времени ждать. Егор тебе только голову морочил. Вы еще в Лондоне начали встречаться. Сколько лет прошло? Какая разница? Он уже ушел. Еще не все потеряно. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Что мы можем придумать? Да все, что угодно. Главное – думать. Мама, хватит думать. Спасибо. У меня есть один нотариус. У него должок передо мной. Надо будет с ним переговорить. При чем здесь нотариус? Ну, нам же Егор сам не нужен. Нам нужны его деньги, компания его отца. Не можем заполучить Егора, попробуем заполучить его компанию. Угу. Мам, тебе убийства мало? Ты решила рейдерством заняться? А что ты предлагаешь, дочь? Может быть, ты знаешь, какой у нас выход? Смириться. Смириться? Мы банкроты, мы не можем выплатить по обязательствам! Меня будут судить, ты это понимаешь или понимаю. Нет? Понимаю. Потом еще и про убийство узнают. Ты, между прочим, пойдешь как соучастница. Соня, постой. Соня, постой. Ну, постой, ты же видишь, что я тебя жду. Что ты хочешь? Чтобы я опять тебя выслушала? Да, хочу. Это очень важно. Я так не думаю. Кристина не беременна. Все это было ложью. Я знаю об этом. Ну, тогда ты должна понять меня. Я ничего тебе не должна. Беременна Кристина или нет, это не имеет никакого значения. Наши с тобой отношения закончены. Егор, ты не маленький мальчик, ты должен это понять. Послушай, даже когда я думал, что Кристина в положении, я все равно не переставал любить тебя. Ты не можешь представить, насколько это тяжело стоять перед выбором между любовью к тебе и к ребенку. Почему я все время должна тебя понимать? Ты можешь меня понять? Я хочу семью, Егор. Нормальную семью. Эй, козел! Я тебе сейчас все кости переломаю. Антош, подожди минуту. Вообще-то это мой муж. Да, он не образцовый, но он старается измениться к лучшему. И делает он это ради меня. Я из окна увидел, как этот придурок с тобой разговаривает. А ты что, с ним общаешься? Нет. Страховку получил? Да, деньги здесь. Ты так просто с этой сумкой ходишь? Я была мне с тобой в банке теперь. Да, я слушаю. Хорошо, сейчас буду. Экспертиза после вскрытия вашего отца несколько затянулась. Но сейчас уже все результаты готовы. Послушайте, я в этом все равно ничего не понимаю. Есть неутешительная новость. Вашего отца, он не умер собственной смертью. Его убили. Вы простите? Геннадий Викторович, следователь. По предварительным данным, кто-то намеренно прервал работу аппарата поддержания жизнеобеспечения. Но это же бред. Это же бред. Зачем кому-то это делать? Опергруппа сразу осмотрела палату вашего отца. Учитывая заключение после смерти, сомнений не может быть. Сорокина Илью Геннадьевича, к сожалению, убили. Убийца сорвал трубку с аппарата, тем самым вызвав смерть у пациента. У вас есть подозреваемый? Пока нет.
Вы единственный наследник, поэтому я решил с вами поговорить. Вы сейчас на что намекаете? Ни на что. Пока ни на что. Даже наоборот, я надеюсь, что вы поможете внести кое-какую ясность в это дело. Убийца оставил на месте преступления улику. Это страз. Страз был оставлен на трубке аппарата. Вы имеете представление, кому он может принадлежать? Предлагаю тост. За возрождение студии флористики и за новую жизнь. А давай за счастливую жизнь. За нашу счастливую жизнь. Что же, теперь я вас могу поздравить с заключением сделки. Надеюсь, ты не жалеешь о своем решении. Все-таки компания твоего отца и моего лучшего друга. Ни в коем случае. Бизнес – это не мое. Ну, теперь ты вольный, как птица. Чем же ты собираешься заниматься? А вот чем пока не знаю, но знаю точно, что вернусь в Лондон. Здесь меня больше ничего не держит. Рейс сегодня вечером. Удачи. Спасибо. Лебедева Светлана Петровна, вам лучше проехать со мной. С какой стати? Вы обвиняетесь в убийстве Сорокина Олега Геннадьевича. Что за бред? На месте преступления был найден страз женского ногтя, а также ваши отпечатки пальца на трубке аппарата. Ну и что? Вам лучше проехать с нами добровольно, тем более, что в машине вас кое-кто ждет. Вам участки все объяснят. Прошу. Мам! Осторожно, головой не ударьтесь. Антон, а где деньги? Где ты? Сонечка, все хорошо. Ты что, опять в автоматах играешь? Просто пойдем. Да? Не, все нормально. Что, отстань. Все нормально. Давай, Машенька, давай. Алло, да. Здравствуйте, это пожарный инспектор. Вы бы могли ко мне подъехать? Некоторые подробности расследования о пожаре. Какие еще подробности? Это был поджог. Надеюсь, вы еще не получали денег по страховке? Иначе их придется вернуть.
Соня! Что это за бардак в квартире? Совсем от рук отбилась? Антон, где деньги? Чего? Какие деньги? Мои деньги. Ты играл, я слышала. Да у меня система новая, 100%. Сколько ты проиграл? Да казино эти твари-мошенники. Моя система не могла проиграть! Ты что, все проиграл? Я не проиграл. Меня обманули. Ты же обещал мне. Ты же ходишь в эту группу помощи. Да никуда я не хожу. Я сказал это тебе, чтобы ты мне поверила. А ты же поверила, да? Что? Поверила. Эти все ужины, уточки, шампуси. То есть все, что было здесь, это из-за денег? Из-за этой дурацкой страховки? Как ты мог заранее... Ты рылся у меня в квартире. А что мне было делать, а? Ты же оставила меня в долгах, а сама, видите ли, бизнес свой открыла. А мне деньги нужны! В студии был поджог. Это тоже ты? Так. Ты тут вроде бы свое шматье собирал. Ну так что ты остановилась? Давай, вали отсюда! Тебе это с рук не сойдет. А что будет, а? Что будет? Я пойду в полицию, понял? Иди сюда. Никуда ты не пойдешь, поняла? Или ты забыла, что такое жить с мужем? Убежай! Еда! Ужин! Разогрею тебе! Давай! Ты же голодный! Вот! Узнаю свою женушку! Разогрей! И в квартире потом приберись! Человек умирает! Срочно! Заречная 52! Соня! Соня, все хорошо, я рядом, слышишь? Я так и не успел тебе этого сказать. Но знаю, как ты хотел это услышать, отец. Я давно простил тебя.
Я люблю тебя и всегда любил. Всегда. Ну, я же тебе сказал, сидеть в машине. Врач запретил тебе много двигаться. Егор, все в порядке. Я прекрасно себя чувствую. Рана почти зажила. О, я не переживу, если с тобой что-то случится. Все будет хорошо. Пойдем. Пойдем. Да, можно? Нет. Не думала, что когда-нибудь еще увидимся. Да. Ну, я же сказала, что я приеду. 4 года прошло. Да, время, конечно, летит. А ты надолго? Ну, у мужа здесь дела. Открытие выставки. Да, картина Егора пользуется большой популярностью в Лондоне. Ну, а здесь это первая выставка. Это прекрасно. Угу. А я, кстати, буду открывать студию флористики. Так ты не забросила цветы? Нет. Они же прекрасные, как я могу без них жить? У меня 3 студии в Лондоне, несколько в Европе и еще будет здесь. Сонь, ты просто молодец. Нет, Ленка, это ты молодец. Стала врачом? Елена Алексеевна теперь. Да, жизнь меняется. Мама! Бегите к маме, бегите к маме. Ладно, Леночка, я побегу. Болтаем еще. Рада была видеть. Мама! О, ко мне прибежал! Мама! Ну что, пойдемте? Давай ручку.